Над обрывом есть маленький садик, грустно-грустно нам Нинке одной. К ней подходит молоденький парень в кепке и зуб золотой. К ней подходит молоденький парень в кепке и зуб золотой. Разрешите-ка, милая дама, ваш приятный нарушить покой. Да-да. Так сказал и придвинулся ближе парень в кепке и зуб золотой. Так сказал и придвинулся ближе парень в кепке и зуб золотой. Долго девушка с парнем дружила, заимел клыненуха дружка, а сама от него утаила, что работала Нинка в ЧК. А сама от него утаила, что работала Нинка в ЧК. Вот однажды на денежную кассу совершен был налет боевой, из нагана был раненый в ногу парень в кепке и зуб золотой. Из нагана был раненый в ногу парень в кепке и зуб золотой. Тут мельтоны к нему подскочили и связали веревкой тугой. Долго били его и пытали, он упрямо качал головой. Долго били его и пытали, он упрямо качал головой. Бешеный начальник конвоя пишет Нинке приказ боевой: застрелить хулигана блатного, парня в кепке и зуб золотой. Застрелить хулигана блатного, парня в кепке и зуб золотой. Тут Нинуха его и узнала, вспоминая тот маленький сквер, и своей пролетарской рукою она молча взяла револьвер. И своей пролетарской рукою она молча взяла револьвер.